С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение по улице Панина от въезда в троллейбусное депо и до заправки. Дорожники приступают к ремонтным работам. Их планируют выполнить за 2 месяца. А пока автомобилистам придется объезжать участок через Борисовку. С 5 сентября в Бендерах почти на 2 месяца полностью перекроют движение по улице Панина. От въезда в троллейбусное депо до заправки. Коммунальщики заменят 360 метров разбитой дороги. В последний раз полотно чинили 11 лет назад. Из-за интенсивного движения за весь день здесь проезжают до 13 тысяч автомашин. Асфальт буквально поплыл. Появились волны. К сожалению, организовать объезд по близлежащим дорогам не представляется возможным. Поэтому транспорт общественный и личный, и грузовой будет двигаться по большому кругу. Это улица Кишиневская, улица Бендерского восстания, улица Ечина, улица Коммунистическая и дальше уже выезд через Тираспольскую на Тирасполь. Направление Каушанское будет двигаться по тому же маршруту, только от улицы Ечина, дальше по улице Дружба и по улице 40 лет МССР. Параллельных дорог рядом с улицей Панина нет. Жителям микрорайона Солнечный и Северный, а также тем, кто ездит на Варницу или в Кишинев, придется объезжать участок через весь город. Маршрутки и троллейбусы до середины октября тоже будут временно ходить по специальному графику. На сайте Бендерской госадминистрации уже разместили новый график движения общественного транспорта.